В этот день настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости протоиерей Виталий пришел в Десногорское отделение полиции, чтобы совместно со стражами порядка совершить молитву, и принес в дар каждому сотруднику пасхальный кулич. Для большинства людей приближаются такие радостные предпраздничные, праздничные дни, а для вас это особая нагрузка по обеспечению правопорядка. В канун Пасхи заранее я посетил вас, чтобы поздравить с этим светлым праздником, вместе с вами помолиться, осветить куличи, чтобы каждый мог этот пасхальный символ принести заранее домой. Каждому полицейскому настоятель храма собственноручно вручил кулич и поблагодарил за их труд на благо нашего города начальнику отделения полиции Юрию Гришину. Отец Виталий подарил куличик и иконку Воскресения Христова.